Совсем скоро площадь в центре Кубинки станет одним из комфортных мест для прогулок и отдыха. Здесь идет благоустройство территории и реконструкция памятника павшим за Родину. Первый этап завершится в августе. Ход строительных работ проинспектировал глава муниципалитета Андрей Иванов. Первый этап включает у нас, естественно, реконструкцию площади, замену полностью покрытия, создание цветников, высадку зеленых насаждений, освещение лавки урны. И у нас остановка должна была появиться. Да? И остановка. Но остановку у нас не в смете, мы ее просто сделаем. На данный момент рабочие делают подстилающие слои тротуаров и ставят бортовой камень. Сквер не только обретет современный вид, но и станет важной точкой притяжения для жителей, отметил Андрей Иванов. Кроме того, после окончания работ вечный огонь здесь будет гореть круглосуточно. Дополнительные работы у нас возникли в части, значит, постоянного газоснабжения вечного огня. Он у нас был баллонный, включался только в момент праздника. На сегодняшний день у нас уже труба низкого давления. А так будет гореть постоянно. Абсолютно верно. Круглосуточно. Все работы по реконструкции памятника павшим за Родину идут согласно графику. Андрей Иванов не исключил возможность продолжить благоустройство прилегающей территории, оборудовать неподалеку детскую площадку и увеличить остановочную зону. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».